500 метров должно быть, либо гидротехнические сооружения необходимы. Просто мы у себя с этим столкнулись, потому что мы хотим правовое поле это сделать. Мы тоже можем работать в черную, в серую, как вот они все работают. Сейчас но это до поры до времени все. Да, это до поры до времени. За последние 4 дня 3 звонка, 2 встречи по сельскому туризму. Один даже с Великого Новгорода мне уже позвонили, каким-то образом вышли на меня. Хамское устье, Агрыс, значит, и вот ряд раз. И все время разные вопросы. Я не знаю, что им говорить. Я не знаю, некоторые хотят только еще развивать. Кто-то у кого-то... Вот Агрыс опять землю на 3 года дают. Ну, дайте нам сигнал, уполномоченный. Это же нарушение. А, то есть мне передавать все... Не все, но по земле... Проблемные, да? Ну, реально проблемы, которые можно отрегулировать. Ну, если у вас может вопросов, мы тоже посадить, я не знаю, как это было. Нет, если я буду центром сельского туризма, я что хотел сказать этим? Что я хотел сказать этим? То, что сейчас вот Минсельхоз говорит, вот, есть же программы, что вы хотите, все же люди работают. Просто сейчас пройдет, ну, людям покажут, скажут, действительно, все отлично. Все а хорошо почему? У нас здесь по этому документу. Да, да. А когда люди-то, то есть, ну, не все юридические вопросы знают. Нет, и все вот эти просто я посмотрел, вроде бы все отлично, красиво, презентация, куча всего событийных мероприятий. Это все незаконно. А люди не знают это наверху. И это 50% наши же мероприятия, наши же проекты. Люди наверху не анализировали. Просто, сейчас Минсельхоз отписался, вот, ребята, что хотите, работать, вот мы работаем, и все. Причем два года назад эту бумагу я первый раз видела. А то, что законом это не обеспечено. Коллеги, ну, как бы, вот, это последнее предложение. Да, и у нас, знаете, уже вопрос, надо ли, да, вы нам скажите, ребята, вообще стоит заниматься этой темой или не стоит, или нам лучше разбежаться? Потому что мы уже на таком уровне сейчас. Нет, давайте так, я не формулирую. У нас есть два варианта. Либо мы выходим с предложением от президента, либо президент честно говорит. Мы встречались три месяца, извиняюсь, квартал, да, мы ничего не решили. Вот такие вопросы. Такой вариант тоже возможен. Но как бы, но он не желательный.